Монстр Хай, Монстр Хай. Всем привет, с вами Катя Рапская. И сегодня мы будем проходить... Сегодня у Кати день рождения. Пока-пока. Первый день. Ой, когда же у меня уже день рождения будет? Я уже не могу понять, я уже только его жду. У Кати день рождения. 20 апреля, а сейчас 30 ноября. Ох, ну когда? 20 апреля. Ох, я подумала, что девочки придут на мой день рождения. Им верить нельзя. Это не подруги. Это прям, не знаю кто, подруги всегда приходят на день рождения. Приносят подарки. Жалко, жалко. Ну ладно, сама буду одна скучать на столе. Ну надо хоть Зюз, чтоб пришел. Тук-тук. Открыто. Чик. С днем рождения! С днем рождения тебя! С днем рождения! Девочки, вставай, подарки ждут тебя. Говори, где подарки? Говори, где подарки? Давай, в очередь. Есть, черепи! Ах, тире первая. У Ребекка? Да, эй, отойдите. Привет, Ребекка. Пусть Ребекка последняя, потому что мне надо с ней поговорить. Давай. Я для тебя принесла большой подарок. Я решила... Ох, какой тяжело. Такого пусика тебе подарить. Ты же не сомневаешься. Мы с мамой его везде искали, но не могли тебе подарок найти. Но он последний был. Спасибо. Спасибо, Клодин. Ой, ты моя подруга. Проходи. Эм, Стенька. Уу, круто. Мое сиденье любимое. Ой-ой-ой-ой-ой. Садись, располагайся где угодно. Только не добавь. Это мое. Да, привет. Приветики. О, привет, Дракула Ребек. Привет, смотри. Я тебе вот такое принесла. Вот такое, чтобы ты пекла смогла. И вот такой кристальчик. Ты рада этому? Очень. Я так рада. Спасибо. Прошу, проходи где угодно. И когда угодно. Спасибо. Ты счастлив, да? Да я же сказала очень. Ура. Розовый! Жди меня везде. О, мой розовый. О, привет, Ребекка ушла за подарком. О, привет, привет, я тебе тоже подарок принесла. Правда? Правда? Ты вроде бы мечтала, да? Во, ну-ка дай желтую расчесочку. Ух ты, какая прикольная. Круто. Я положу к себе, где подарки мои. Угу. А ты не видела нашу Ребекку с Тим? Ребекку, мою лучшую подругу? Нет, не видела. Вот я... Надо было кое-что... А где Тюс, ты не видела? Нет. Что, он не пришел? Нет, я подумала, что он мне друг. Кто-то стучится. Я надеялась. Чик-чик. О, привет, Лагуна Файр. Привет, я для тебя подарок приготовил. Я услышала, что мне звонила Ребекка и сказала, я сейчас приду, я просто за подарком. Попросил меня прийти тоже. О, ну привет. Прошу, у меня тут много места. О, у тебя тут уже Клодин и Ребекка. О, привет. Привет, это я. Да, это я, Лагуна Файр, самая крутая. О, да. Прости, я тебе подарила кое-что. Давай. Просто я в руках не помещалась. Смотри, вот. А это что? Ну, конечно, там должен быть питомец Зублик. Но мы... Я сама старалась купить для тебя вот такого питомца в домике. Просто... Это от меня, не от Ребекки. От Ребекки немного получше подарок. Лагуна Файер! Я
очень рада. Проходи. Ню-ню-ню-ню-ню, какие хорошенькие. Положу их пока к себе вон туда. Смотрите, какие хорошие. Улю-лю-лю-лю. Спасибо. Ух ты, у тебя тут круто. Стульчиков не хватит. Да. Ничего, зато у меня много всяких игровых. Где мой джюс? И где моя Ребекка? Он сказал, скоро придет. Ну, я уже поняла. Круто. Ага, тут круто. Прикольно тут. Говорите, где мой джюс? Дзин-дзин. Привет, дракон! Да, привет, я для тебя подарок готовлю. Я буду делать большой кристалл. Я сейчас его сделаю из такого цветика. Ну, нет, немножко другого. Вы должны обязательно поставить пальчик вверх. Я не буду учить, это легко. Делайте круг. Там у меня есть такая волшебная пальца, что его можно легко смастерить. Вот, я взяла цвет один. Сейчас закрываю. Вот, я взяла один цвет. И все, я буду делать. Я для тебя сейчас смастерю кое-что. Хорошо? Окей. А дай вот эту, как говорится, тебе. Лови. Спасибо. Я буду делать, и ты не возражаешь, да? Нет, конечно. Так, подожди, так. Я делаю. Обычно идет. Как идет, так и идет. Боже, как это было сложно. Ужас. Я расстроилась. Зюз не пришел. Никого нет. А Зюз мой. Эх, ладно, я сяду. Куда мне сесть? Возьми серебряный стул. Ау! Это мой! Возьми все равно. Вау, у тебя такая круто. Девочки, да. Придется сесть. Лизбет возьмет стул, а Ребекка сядет вот на пустое место. О! Та-дам! Ребекки нету. Ну да, прикольно придумала. И что? Где же мой джинс? Ладно, я пока присяду. Что же мне ставить в этой непонятной... Так, вот так. Сердечко. Есть! Что ж поделать? Эх, люди. Так что непонятно, что поделать. Дюс нет, этого нет. Это вообще... О, боже. Открыто. Приветики, Ребекка. Да, это я. Привет. Я прислала для тебя подарок. Встанешь, может? Девушки, вы сидите тут, именно нам поговорить надо. Я так счастлива, что ты пришла. Молодец. Где мои подарки? Мои подарочки. Их много. То, что ты просила. Вот. Это для тебя. Ноутбук и сумочка. Да, а внутри сумочки микрофон. Мой любимый, который... У меня же был конкурс. Я пела на микро... У меня не было микрофона. Я взяла свой, а ты мне его подарила. Смотрела мой канал, да? Ага, я смотрела. Поставила пальчик вверх. Спасибо, подруга. Я так счастлива. Я положу, где мои все подарки. Эх, может, ты вот в эту баночку? Там мусор. Фу. Тяжелая там сумочка. Прости, ничего. Ой, я так рада. Блин, а почему Джиус не пришел так? Я не знаю, но вот я позвала сюда Лагуну Фаер. Она прикольная девочка такая, как ты, похожа, с хвостиком. Да. Блин, моя сестра, ой, тьфу, моя. И Клодин, сестра, не пришла. Но ее, блин, жалко, она, наверное, со своей Клеоляй. Ага, она просто любовь. Ты чего? И я не вру. Я такая уж, ну не такая противная уж. А, ладно, садимся. Окей. Я не поняла. Простите.
Ладно. О, боже, девочки. Сегодня у меня день рождения. Ой, ну где же этот Тиус? Тук-тук. Тиус. Наконец-то Тиус. Ту открыто. Дорогая, я старался весь ночь. Весь ночь. Старался вот это сделать. Девочки, секундочку. Тиус. Что? Я хотела сказать, что ты мой большой герой. Я подумаю, почему? Я подумаю, что ты меня не любишь. А вот что дело. Да дело вот в этом, ты понимаешь? Он просто... Ты понимаешь, как тебе сказать, что я его всю ночь осталась из-за этого пластилина. Я все следила вот по этим пунктирам. Я следил и делал так, как Элизабет сказала. Эх, молодец, ты удалый мальчик. Клади. Ах, золото просто шедевральное. Дюс, тебе огромное спасибо. Ну, пока-пока. Я сажусь. Отлично, Элизабет. Погнали. Окей. Монстр Хай. Это высший класс. А, девочки, вы не знаете, что происходит? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Тиус, молодец. Пой. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Эй, Кэти, happy birthday. Дорогая Кэти наша, с днем рождения тебя. Кэти, тебе спасибо, Элизабет. Пожалуйста. Ням-ням-ням-ням-ням. Это что, лед? А, мой любимый. О, боже. Я так мечтала. Это я пел и все сделал я. Дюс, Горгон. Дюс, да. Иди ко мне. Обожаю Кэти. Да, вы с Дюсом Роман. Извини. Ням-ням-ням-ням-ням. Спасибо, Элизабет. Без проблем. Ням-ням-ням-ням-ням. Как я люблю это. Это не для тебя, а для меня. Девочки, вы можете разделить. Могу вилку дать. Санька, но потом. Потом. Дюс, чё, ко мне. Фу. От этого уйти подальше надо. Фу. Фу. Это Кэти Нуар любит всех парней, кто за мной ухаживает. Кэти, let's go! На прощание. Монстр Хай. Это высший класс. Школа номер 0. И мы монстры. Клыки и... Элизабет, извини. Лагуна. С вами Джиджи Грант, Лагуна, Кошка, Дракулара, Гургона. И пока-пока. Лагуна, я все вижу. Прости. Пока-пока. Прекрати, Лагуна. Темно. Включи свет. Я включать. Подожди. А, девочки, вы меня задолбали. Не умею включать свет. А, пока.
Подруга, дойду я до этого лагуна. Сумасшедшие девушки. Эй!